Вітаємо вас. Я Марина Задирко та Сергій Бакшеєв. Сьогодні доступною, зрозумілою мовою пояснимо вам складну медичну науку. З вами програма «Лікарі знає». Сьогодні ми будемо розповідати про серцево-судинні захворювання, як уникнути інсульту та інфаркту. Згідно з даними ВООЗ, понад 90% всіх смертей в нашій країні, це близько 600 тисяч на рік, спричинені хронічними неінфекційними захворюваннями. Вони також є головними причинами інвалідності серед людей старшої вікової групи. Одними з найчастіших хронічних неінфекційних захворювань є інсульт та інфаркт, які загрожують кожному п'ятому українцю. Докладно про фактори ризику і дієву профілактику інсульту та інфаркту лікар знає. Знаєш, такі слова, як інфаркт та інсульт, у всіх на слуху, і, звичайно, вони асоціюються з важкими хворобами серця і мозку відповідно. Але варто лише копнути глибше, і у людей з'являється дуже багато домислів та різноманітних міфів, а тим часом від інсульту помирає в 4 рази, здається, більше людей, аніж в ДТП людей, в Україні, принаймні, така статистика. Що роблять наші люди? Дуже часто вони йдуть до сусідки або подружки, починають вставляти собі діагноз, купують якісь незрозумілі ліки і починають лікуватися, а разом з тим хвороба розвивається, ну і загалом наслідки можуть бути просто катастрофічні. Катастрофічні. Бо за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щорічно помирає понад 5 мільйонів людей від інсульту. І інсульт є захворювання, яке стає у четвірці захворювань за смертністю. І перше – за інвалідізацію, за обмеженням руху. А 2/3 людей з інфарктами не доїжджають до лікарні. От сьогодні Марина каже, що інфаркт – це є правильна логістика. Бо хворого потрібно доставити до лікарні в перші 2 години. І в перші 2 години почати лікування. Але 80% інфарктів та інсультів можна запобігти правильним харчуванням, звертатися до лікаря, правильним способом життя і прийому правильних ліків. 100% от якраз про профілактику інсульту та інфаркту нам сьогодні розкаже наш сьогоднішній гість. Отже, ми раді зустрічати провідного фахівця науково-виробничого об'єднання біомедичні інноваційні технології Сергія Івановича Чмельова. Доброго ранку, ми раді вітати вас в нашій студії. Сергій Іванович, ну от власне статистика така, хоча ми знаємо, що статистика – це найнеточніша наука у світі, загалом ці цифри завжди, вони здебільшого набагато більше, але навіть ці цифри, які ми озвучили, вони вкрай неприємні. З вашого власного досвіду, можливо, ви знаєте певну інформацію про те, що проблема в Україні, вона набагато глибша, аніж у світі чи Європі? Чи ми, в принципі, на рівні? К сожалению, нет. То есть мы одна из тех стран, которые лидеры по преждевременному старению и увяданию в целом организма. Это первое. Второе, касательно статистики, я могу сказать, что она правдива. То есть, на самом деле, и репрезентативна. Если же мы говорим о том, о чем следует задуматься, так это о том, что тенденция. И тенденция нам говорит о том, да, что даже если где-то статистика может быть неточной, то тенденция подтверждает то, что у нас заболевания молодеют, то, что у нас все больше и больше инсультов, инфарктов в 40-50 лет. И как бы это идет на руку статистике. И сейчас мы говорим о том, что традиционная уже медицина на 90% не может выявить первопричину возникновения избыточного давления в сосудах. А это уже является основой, да, для возникновения не просто нарушения, да, а заболеваний и последствий заболевания. Поэтому традиционная медицина, в отличие от клеточной медицины, да, которой коснемся мы сегодня, она больше локализована на ликвидацию последствий. И опять же, когда мы говорим о том, что если, да, действительно, там, в течение 2-3 часов человеку оказать помощь, вероятность того, что он выживет, она будет в разы выше, чем если это будет, к примеру, там, через 6-8 часов там, и так далее. Почему? Потому что последствия самого инсульта либо инфаркта – это что? Это очаг некроза. Это очаг некроза либо в головном мозге, если это инсульт, да, либо очаг некроза в сердечной мышце или в сосуде по всему организму. Да, инфаркт может быть в принципе. И чем быстрее человека, соответственно, доставит, да, и безотлагательную ему помощь, тем, соответственно, меньше последствий для организма мы можем увидеть. Это правда. Но здесь я бы хотел бы вот уточнить то, что действительно, я постоянно об этом говорю на протяжении уже 10 лет, что на 80%
сердечно-сосудистыми заболеваниями можно бороться и договариваться. У нас есть всего лишь две глобальные причины. Это количество веществ, которые мы получаем извне во внутреннюю среду организма. Это первое. И второе – качество веществ, которые туда попадают. И вот именно как раз в этом контексте, в Украине, с качеством веществ и с количеством есть большие сложности. Особенно с качеством. Потому что у нас, извините, нет смертной казни за подделку препаратов. У нас каждый второй препарат, он подделанный. Да? Ну, в основном по статистике. Да, кара. Раз. Второй момент. Да? То есть у нас достаточно низкие барьеры, да, для прохождения того, чтобы препарат был в аптеке. Аптеки не являются, являются дистрибьюторами, но являются гарантами того, что они продают на 100% да, оригинальный препарат. 100% відповідальності. Куди йти? И по итогу да, мы имеем то, что у нас очень низкое качество препаратов, которые и до этого не являются абсолютно эффективными, понимаете? И получается, что зачастую проблема человека, там, гипертония второй-третьей степени, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипотония, да, и другие заболевания сердечно-сосудистой системы оставляют его один на один с этой проблемой. Потому что в аптеке он не всегда может получить то, что ему нужно. Это первое. Врачи многие, сами прекрасно понимаете, они работают на фармконцерны, соответственно, они назначают те препараты, да, которые выпускает этот фармконцерн. Хотя мы знаем, что у каждого производителя есть там тройка, пятерка своих препаратов, да, которые являются в данном сегменте лучшими. Но не вся абсолютно производственная линейка, которая выпускается, соответственно, этим производителем. И поэтому зачастую наши, наверное, телезрители знают, да, что там аспирин лучше брать вот такой вот, да, там другой препарат нужно брать вот такой. Почему? Потому что это уже доказано временем. Здесь мы сейчас говорим о чем? О дефиците веществ, особенно пластического характера. Потому что, когда мы говорим сегодня о заболеваниях сердечно-сосудистых, в первую очередь, я считаю, что нужно говорить о сосудах. В вторую очередь нужно говорить о крови. И в третью очередь нужно говорить о сердце. Потому что сердце, оно делает, даже в сутки оно делает около 100 тысяч сокращений. Мы можем представить, то есть количество мышечной работы, которое проводит наша сердечная мышца. Если мы это помножим на годы и поймем для себя, то есть какое количество работы делает наше сердце, то нам будет легче тогда понять, что мы должны делать для сердечной мышцы, чтобы обеспечить вот эти условия. И наша ментальность говорит о том, что мы стараемся не обращаться к врачу. Почему? Потому что начнем обращаться к врачу, уже будем четко до конца жизни лечиться там и так далее. И я часто говорю об этом, да, современному пациенту, да, который ориентируется в медицине, для выздоровления нужен уход врача. И чем быстрее врач уходит, тем быстрее выздоравливает пациент. Ну, знаєте, замечательно. Я знаю, що це такий гумор серед лікарів, що, мовляв, немає здорових пацієнтів, немає здорових людей, є недодіагностованих якось так. Ви вже логічно розказали про причини, але зрештою, знову ж таки, ми говоримо про те, що дійсно це правда. Дуже багато людей не хочуть звертатися до лікарів. А звичайно, якщо йдеться про власне серце, нібито всі знають, як собі допомогти, всі знають про причини. І, як завжди, ми запитали у наших глядачів, що ж, на їх думку, є причинами інфаркту та інсульту. Я пропоную послухати. Можливо, щось з цього буде правдою. Наверное, алкоголь, курение, питання, образ жизни. Все на світі. Во-первых, генетична розположеність, неправильний образ жизни, стрес. Причини неправильне харчування. Не хвилюватися, не перейматися, але, по-моєму, зараз таке життя відверто ненормальне. Бо, на жаль, нас не вчили, що здоров'я треба берегти з маличку чи з юності, а коли вже схопився, вже пізно, вже запізно. Все із-за нервної системи, якщо нервничати, переживати, все із-за цього. Всі болезні оттуда. Наверное, еще неправильное питание тоже как-то влияет, но я так думаю. Десь воно починається, звичайно, раніше, но неправильне харчування, неправильне життя. А зараз я вважаю, що дуже багато людей саме переймаються через те, що відбувається у нас в державі, хвилюються, і одну таку людину я знаю, він вже зліг з серцем. Коли інфаркт, ну, говорили, що потрібно викликати реально кашель, щоб запустити серце. А коли інсульт, тільки дзвонити близьким, і все. Ну, прозвучали там всі хвороби від нервів, як то кажуть, неправильне харчування. Ну, по суті, вони, ну, люди звичайною мовою говорять. Ну, що, як люди сказали, все... генетика,
неправильне харчування, неправильний спосіб життя, алкоголь і куріння, паління. Що з цього на першому плані, що з цього... Всего на останнем. Смотрите, на самом деле в 20 веке мы активно говорили о том, что каждое третье заболевание у нас обусловлено по генетике. С учетом того, что наша медицина за эти годы она не сдвинулась, я думаю, что еще через 10-15 лет мы уже говорим, что каждое второе заболевание у нас будет по генетике. Почему? Потому что количество людей все больше и больше является нездоровым, болеет. Это первое. Есть какие-то генетичные тесты, которые могут сказать, что есть... А на самом деле самый простой тест, мы можем, конечно, делать тесты, и сейчас, в принципе, в мире их очень много, которые и при обусловленности заболеваний сердечно-сосудистой системы. Инсульты, так инфаркты, да? Да, безусловно, это первое. Второе, как бы то, что самое простое, это если в вашем роду там мама, папа, дедушка, бабушка, то есть имели заболевание сердца, это означает, что вы в любом случае носите эту генетическую обусловленность в себе. Вопрос в том, насколько она активно выражена в вашем теле. Это первое. Второе – это фактор риска, который назвали наши телезрители. Это паление и это алкоголь. На самом деле, как бы курение, алкоголь – да. Если мы говорим о курении, здесь важно отметить тот процесс, что курение, по сути, это биологическая коррозия для сосудов. Это прежде всего. И когда я сегодня говорил о том, что сосуды в первую очередь страдают, они страдают в первую очередь. И они не защищены. И впоследствии, то есть что люди делают? Люди усугубляют свою ситуацию в том, что они на постоянной основе принимают и кроворазжижающие препараты, антикоагулянты, это для крови, да, а для сосудов расширяющие, да, то есть препараты. К чему это приводит? Приводит к тому, что истончается сосудистая стенка. Их бесконечно расширять нельзя. Да, безусловно, если у человека повысилось давление, ему очень плохо, он может расширить сосуд. Но сосуд изначально расширяется по биологическому пути. И поэтому, если сосудистая стеночка в этот момент, то, что мы говорим, не получает достаточного клеточного, да, элементного питания, соответственно, она не будет содержать тех элементов, благодаря которым она может нормально функционировать. И мы ускоряем ее износ. Потому что мы заставляем расширяться, но ничего для расширения мы не даем. И зачастую я очень говорю о том, что, как правило, да, те же препараты магния хорошие, они уже обеспечивают, да, и протекционную защиту и сосудов, и самого сердца. Да. То есть мы видим один элемент только магний. И когда мы говорим о препаратах, мы должны говорить прежде всего об элементах, потому что не из препаратов состоит наш организм, он состоит из элементов. И если мы говорим о препаратах для организма, мы должны тогда говорить о элементов, входящих в состав этого препарата. И только тогда мы можем напрямую взаимодействовать с нашей сердечно-сосудистой системой и говорить о том, что действительно там лечение либо восстановление будет эффективным. Потому что за годы исследований мировых мы уже знаем, какой элемент отвечает за какую функцию в организме. Присутствие или неприсутствие какого элемента, да, сказывается на здоровье. То же самое можем говорить о кальции, то же самое можем говорить о витамине С. Он очень важен не только для иммунной системы, он чрезвычайно важен для здоровья наших сосудов. То же самое можем говорить про такие аминокислоты, как ленин, аргинин. Они тоже важны для состояния сосудов. И когда большинство людей... На самом деле это тоже репрезентативная выборка, потому что многие люди нам звонят, образ жизни, нервы. На самом деле, когда человек нервничает, у него выделяются два гормона, да, это адреналин и кортизол. Если они не расходуются на мышечную работу, то есть спасайся или беги, так, соответственно, они разрушают внутреннее состояние сосуда. Вот почему человек, который сидит в стрессе, ничего не делается, нет никакой двигательной активности, он начинает разрушать внутри себя. Это если человек начинает стресс, двигаться, то... хроничный стресс. Да, он уже улучшает свое внутреннее самочувствие. Поэтому рекомендации здесь какие? В любом случае, больше двигаться, больше дышать. Если испытываете стресс, прогуляйтесь, сделайте минимальную физическую нагрузку. Вы хотя бы наполовину снизите последствия этого стресса. Ну и, конечно же, как я это говорю, функционально питание. То есть сейчас мы говорим о том, что у нас идет дисфункция сердечной системы. Почему? Потому что мы полноценно даем факторы риска, вредные привычки, экология, воздух и все остальное, но мы ничего не даем взамен. Мы ничего не даем взамен. То есть наши пищевые привычки, как правило, да, мы летом можем принимать ягоды и фрукты, сезоны там и так далее, но, как правило, это ограничивается.
И сейчас, то есть мы более, скажем так, идем веянием моды, там, за чаем, за кофе, нежели там за узваром, за компотом, за киселем. То есть Сергей, те напитки, которые не зовсім погоджуся. До речі, підготуйте, будь ласка, третю графіку, тому що мені чомусь здається, що зараз от дійсно хвороби починають молодіти. Хвороб стає все більше, ну, це саме статистика, так, про яку ми згадували. Але нібито дуже багато зараз таких людей з'являються, які починають говорять про правильне харчування, відмову від тих чи інших продуктів. І мені просто питання, це виключно розмови, чи просто загалом, якщо дійсно ви кажете про якість, так? Ну, тобто броколі, яка продається в наших мас-маркетах, власне, наскільки там тих корисних речовин, є вміст цих корисних речовин, і наскільки вона користь принесе, ані шкоду? Ну, я думаю, більше, ніж жирна свинина. Краще, зрештою, ну, якщо обирати. Більше, думаю, ніж той куриця, да? Тобто ми можемо посмотреть, що їдять наші люди. Да? Вони їдять не завжди те, що дешево. Понимаете? То есть, если мы говорим, что нам не хватает средств там, на пропитание, то есть мы должны понимать, что есть продукты, которые можно купить на рынке, которые стоят минимум, а дают максимум. Это первое. То есть, таким образом, человек всегда, у нас такая ментальность, пытается оправдать то, что как бы он не занимается. Да? То есть, как в том анекдоте, когда человек купил абонемент в зал, прошел месяц, он говорит, пойду ругаться в зал, я не вижу результата. Так, до речі, я знайшла таку цікаву результати міжнародного дослідження. Власне, йдеться про країни Центральної та Східної Європи, про причини саме інсульту. І от довго тривало це дослідження, і вони виявили от вчені власне ось таку статистику. Чи погоджуєтеся ви з ним, що ну на першому місці так понад 40% це зрештою гіпертонія, 25% нездорове харчування, про що ми говорили. Ну і далі за ви знаєте, якщо от взяти 100 чоловік, который к нам обращается, в принципе, каждую неделю, то я могу здесь сказать, что эти цифры не подойдут. Именно процентное соотношение. Если мы говорим о причинах, причины, безусловно, они правильны. И если мы говорим, опять же, то есть каждый человек смотрит, думает, о, я двигаюсь, хорошо. Ой, у меня психосоциальные причины, хорошо. То есть у меня уже 35%, да? Ой, я не курю, мне, соответственно, уже там 45%, да? Я еще сахарным диабетом не страдаю, уже 50%. Соответственно, посчитает проценты, да я на 70% уже здоровый человек. То есть как бы человек посмотрит, да, сделает для себя именно такой вывод. Какой же вывод мы должны сделать? Ну, вот. Это европейское исследование. Да, это европейское. Которое, как бы вы по відсоткам? Я бы сказал, что у нас сейчас идет дефицит питания, вот он влияет процентов на 60. То есть наш организм, мы должны понимать, то, что чем старше организм, тем больше он нуждается в веществах. И тем меньше человек ему дает. Парадоксально, но это факт. А все навпаки, так, потому что в дитині же самое, найкраще. То же самое, что вы сказали, Марина, да, то, что как бы заболевания помолодели. А заболевания ли помолодели? Может быть, люди внутри стали преждевременно стареть? Если рассмотреть вопрос так, что преждевременное старение сосудов организма приводит к более ранней кончине. Логично? Логично. Преждевременное старение сердца или сосудов. От чего происходит? От того, что мы некорректно ведем, то есть некорректный образ жизни. Касательно, да, привычек, потому что выкуренная сигарета снижает сосуд на 40 минут. Если человек выкурит пачку сигарет, все, он в постоянном стрессе. А сейчас кавы? Это приблизительно, да, это приблизительно, вот пачка сигарет, я это всегда называю, это минус 10 лет жизни. Сразу. В зависимости от продолжительности жизни. Человек курит долго, значит, минус 20%, 20 лет жизни. Вот Сергей и все. Иванович, вот зараз все переходят на электронные системы нагрева табаку. І вважається, і проходять наукові дослідження, і конгреси, і вважається, що переход на електронні системи, на вейпінг і електронні системи знижує фактори ризику на судинах. Приведет к електронним формам рака. На самом деле это так и есть, особенно если мы говорим о вейпах. То есть те люди, которые курят вейп в течение года, это приравнивается к 3 годам работы на мойке. То есть для легких. То есть на самом деле сейчас мы говорим о том, что это веяние только пошло, и буквально через 2-3 года мы увидим последствия. То есть, если нам было известно действие табака на организм, да, а это было одно. Второе действие, когда табака в сигаретах не стало, это было второе. Сейчас третье, когда нет ни того, ни другого. Поэтому сейчас давайте все-таки вернемся к тому, что с вредными привычками здесь понятно. То есть, они ускоряют износ. То есть, как я сказал, это биологическое окисление сосудов. Это оксидативный стресс, то есть это износ сосудов, это сужение сосудов, это нагрузка на сердечную мышцу, это, соответственно, повышенное количество токсинов. А если повышенное количество токсинов, в чем организм может защититься?
Это есть и ожирение в основном, то есть когда организм пытается с помощью жировой клетки, да, эти токсины, соответственно, каким-то образом локализировать. И это, соответственно, на уровне клетки преждевременное старение, потому что чем больше токсинов организм получает, да, тем больше он стареет. Быстрее он стареет, соответственно, быстрее он изнашивается. Поэтому 45-50 лет у нас сейчас люди выглядят так же, как 50 лет назад в 60-70, понимаете, Сергей оттуда же 80. Може, будуть дзвінки від киян? Так, ми можемо, я пропоную нашим глядачам долучатися до нашого ефіру, бо ми працюємо в прямому ефірі, тож якщо у вас з'являється запитання до нашого гостя, будь ласка, телефонуйте 223-09-71. А щодо холестерину, там більше половини всіх інсультів, власне, через, і всі в чомусь, ну, в нашій країні, знову ж таки, потрібно зменшувати. От холестерин дуже шкодить нашому здоров'ю. Що ви з цього приводу скажете? Ой, я скажу то, що нам буде тоді вирізати, наверное, печень в нашому організмі. Чому? Тому що печень виробляє около 2-5 грам холестерина в сутки. І на самом деле, то есть, опять же, давайте развенчаем еще один миф. Холестерин нужен нашему организму. Потому что он участвует в обменных процессах, он необходим нашей половой системе, то есть он необходим нашей обменной системе. Вопрос в чем? Вопрос, конечно, в холестерине с низкой плотностью. Но если же, опять же, мы говорим о холестерине с низкой плотностью, почему он вырабатывается в организме, почему он откладывается на сосудах? Потому что наши сосуды, как я сказал, они первые, кто реагирует на травму. И сейчас мы говорим о том, что я вот взял с собой сосуд для того, чтобы показать... каким образом мы можем или не можем, да, работать сосудом. То есть на самом деле любой сосуд представляет собой, да, вот такой вот достаточно полый орган, да, многосоставной. И в самом сосуде у нас есть такая система, да, которая позволяет сосуду здорового человека, да, себя держать в тонусе. Себя держать в тонусе, и, соответственно, у сосуда есть такой должноминутный объем крови, который должен проходить через поперечное сечение сосуда. Соответственно, если это происходит, организм человека здоровый. Что означает здоровый? Это означает, что прежде всего доставка кислорода, микро- и макроэлементов происходит своевременно. А мы не забываем, что сердце – это наша и сердечно-сосудистая система, это основная логистическая цепочка нашего организма. И поэтому без нее, конечно же, невозможно функционирование организма. Соответственно, дальше вот холестерин начинает уже откладываться в сосудистой стеночке. Якщо можна попросити трішки приблизити, щоб нашим глядачам було зрозуміліше, про що саме Сергій Іванович зараз розповідає. Вот, это начало. И вот, как правило, с этим началом люди к нам еще не обращаются. И не к нам, не в поликлинике. То есть, почему? Бо симптомов потому, что... нема ніяких. Симптомов нету, и человек еще может перетерпеть боль, переходить, там, принять таблетку, в крайнем случае, там, и так далее. Он это может сделать. Вот какие вот обстежения нужно проходить вот на этом этапе? На этом этапе необходимо в любом случае кровь уже говорит, анализ крови говорит о многом. Так. А что по крови требуется? И поэтому по крови нужно смотреть равновесие между кровотворными компонентами. Да? Нужно смотреть тот же холестерин. То есть мы знаем, да, что сейчас подняли немножко норму, хотя раньше нам было 5,5 ммоль на литр, сейчас это 6. И с возрастами тоже подняли. Но на самом деле поднимать нужно не норму холестерина, а нужно рассматривать причины. И я уверен, что многие люди, которые нас смотрят сейчас впервые, то есть для них я сейчас открываю Америку. То есть то, что холестерин нашему организму нужен, и не нужно его бояться. Нужно бояться причин, по которым он образуется в нашей сосудистой стенке. Образуется он тогда, когда дефицит пластических веществ, вот еще раз, пожалуйста, найдите камеру, дефицит пластических веществ приводит к тому, что в сосудах начинаются микротрещинки, сосуды начинают повреждаться изнутри. И для того, чтобы залатать сосуд, да, так же, как, собственно, латают ремонтники трубы, либо когда коммунальные службы латают тут же асфальт, да, ямочный ремонт, то же самое делает организм. Только делает это печень, вырабатывая, соответственно, холестерин, и организм залатывает вот эти повреждения. И поэтому здесь мы начинаем бороться с холестерином, а бороться нужно с состоянием наших сосудов, потому что сосуду необходимы так называемые тефлоноподобные вещества, которые препятствуют отложению там, тех же эритроцитов, отложению тех же там жировых элементов и так далее. Да? И поэтому в такие моменты, да, мы рекомендуем, мы занимаемся такими пациентами, да, и рекомендуем им гель кардиола, да,
который отвечает полностью нашим требованиям касательно и сосудов, и сердца, и крови. Потому что он содержит эти тефлоноподобные вещества. Он содержит эти незаменимые аминокислоты, это 8, да, и заменимые в том числе аминокислоты. Да, он содержит элементы, да, которые способствуют выработке кардиомиоцитов, это сердечных клеток. То есть мы говорим о комплексном восстановлении нашего организма. И благодаря содержанию веществ в кардиоле их более 70, и они находятся в органической форме. Сейчас очень сложно найти органические вещества. А именно органические вещества, они, во-первых, имеют высокую степень усвоения, они безвредны. Тот же самый йод, который содержится в кардиоле, он безвредный. Почему? Потому что это йод органического происхождения. И щитовидная железа, органический йод, усвоит столько, сколько и нужно. В отличие від хімічного йоду. Як вдалося досягти оцієї консистенції, власне, для того, щоб 70 елементів, так ви кажете? Даже більше. Там фактично вся таблиця Менделєєва содержиться, да? І навіть ті елементи, які не відкриті, вони ще є в ламінарі. І я думаю, що літ через 20 ми будемо говорити о тому, що там 90 є елементів. Поки вони просто ще не відкриті, але вони там є. За рахунок ламінарії, зрештою? За счет того, що ламінарія – це єдинственне звісне науки растіння, яке содержить всю партитуру веществ, которые присутствуют на нашем земном шаре. А у нас так получается, что океан или же море – это что? Это всего лишь это экстракт суши. Потому что в океане все есть для зарождения жизни и для поддержания этой жизни на Земле. И поэтому, если мы говорим сейчас о своевременности, о экологичности, о безопасности, о эффективности, то мы, конечно же, в основном говорим о морской медицине. Потому что как мы понимаем, да, что все морепродукты, они легче воспринимаются организмом, сердечникам они подходят, все практически морепродукты, да, в отличие от многих видов мяса, которые тяжелые, которые не усваиваются там, и так далее. Почему это создано? Потому что по биологическому составу это более легкий белок. А что до аллергии? Сейчас мы говорим про то, что увеличивается, снова же таки, количество людей, что страждают. Растет. Почему растет? Потому что мы, человечество, используем все больше и больше неприродных веществ, и на которых в организме возникает аллергия, с одной стороны. А с другой стороны, у нас снижается приспособительная функция, потому что наш организм начинает жить не в тех условиях, на которых изначально был запрограммирован. И поэтому касательно нашего продукта кардио, он увеличит приспособительные возможности в организме, потому что содержит эти вещества в органической форме. Поэтому у него срок годности всего лишь 4 месяца, он хранится в холодильнике в виде геля. То есть мы, соответственно, с канонами традиционной медицины мы полностью пошли в разрез, потому что организм не хочет принимать таблетку, а гель принимает. Мать он хочет, потому что гель не содержит ни порошкообразных веществ, ни консервантов, да, которые в принципе организму не нужны. Они нужны препарату, но они не нужны организму. И поэтому у нас противопоказаний практически нет. Это только лишь аллергия на органические соединения йода, которые встречаются менее 1% у людей. И об этом люди знают, то есть, если у них есть аллергия на йод. И когда человек принимает кардиол на протяжении 2-3 месяцев, у него восстанавливается реология крови. Мы всегда об этом говорим. Делайте реологию до и делайте реологию после. Это вам будет лучшее подтверждение, что гель работает. Не вы работаете, а работает гель внутри среды вашего организма. Это первое. Второе, то, что солевой состав водоросли идентичен плазме крови человека. Но, к сожалению, мы водоросли можем усвоить в чистом виде только на 15%, потому что она сопротивляется агрессивной среде. Фактически океан, мы к этому пришли не так давно, это, по сути, физраствор. И в этом физрастворе растворены вещества. То есть этот физраствор является более стабильным, чем, допустим, земля, да, или земная кора. Более стабильным. Соответственно, он больше в состоянии связать и сохранить вещества для нашего организма. Нам нужно было просто найти, то есть что, какое растение. Какое растение может вытягивать эти вещества и хранить у себя как на депозите. И это и ламинария. И это есть ламинария, да, то есть она рекордсмен, лучше нет. Об этом известно уже во всем мире, если сейчас почитать трудов по ламинарии, уже написано более, наверное, нескольких тысяч. И если мы говорим о самых древних трудах, то это они еще идут где-то порядка 5 века до нашей эры, еще в древнем Китае император высокогорные районы людей заставлял собирать ламинарию возле в прибрежной зоне, сушить и отправлять туда, в горные районы, где, соответственно, не было этих элементов. То есть тогда еще медицина даже этого не знала, да? Но было понимание того, что в этом растении содержатся вещества, витамины, которые необходимы человеческому организму, который живет вдалеке от моря. И поэтому многие сейчас академики пришли к тому выводу, да? Почему на всех тянет на море? Почему люди, вот, ну, это же не секрет, это наоборот уже, наверное, как панацея. И многие люди говорят, вот поехал на море, перестал болеть.
Вот поехал на море, иммунитет у ребенка вырос. Почему? Потому что в море есть вещества для поддержания жизнедеятельности и для выравнивания гомеостаза жизни современного человека. И поэтому многие ученые сейчас говорят о том, и я придерживаюсь того же мнения, то, что современные заболевания цивилизации – это отрыв человека от моря. И от тех канонов питания, которые изначально были запрограммированы. Потому что по нашему генотипу, да, морепродукты, связанное все, что с морем, для нас имеет максимально высокую и биодоступность, и усвояемость. Я могу сказать даже больше, что у нас очень многие наши пациенты дают домашним животным. То есть домашние животные, бывает, бросаются на этот гель просто. Так же, как вот кошка на валерьянку. Почему? Потому что содержит те вещества, и интуитивным восприятием животное чувствует, что оно должно это съесть. И это как раз нам говорит о том, что на всех уровнях это работает. Самое важное, то есть это количество веществ и качество веществ, потому что все здесь вещества в органической форме. И тот же кальций, и тот же калий, и тот же магний, и тот же нагрий. Есть дзвіночок, давайте послухаємо. Алло, доброго ранку, ми вас слухаємо. Я киевлянка, зовут меня Марія Івановна. Я хотіла би задати вопрос Сергію Івановичу. Я согласна с тем, что нельзя эти принимать постоянно понижающие давление лекарства. Но что делать, если у меня в течение дня то резко падает давление, низко падает, там 100-90, и самое главное, падает вторая цифра, все время 50 и ниже, а потом начинает сильно повышаться. Что делать? Вопрос понятен. Дякую вам за запитание, Сергій Іванович. Ну, восстанавливает тонус сосудов. То, что мы здесь видим, да, то, что падение давления. То есть сделать и анализ крови, да, это во-первых, да, но прежде здесь восстановление тонуса сосудов. Это не работа сердца. И это не работа. Да, здесь, конечно, можно еще говорить о вегетосудистой дистонии, но, опять же, мы об этом можем более детально говорить, когда к нам человек обратится, да, я прошу тех людей, которые имеют заболевание, обращаться, то есть у нас горячая линия, она бесплатная, и для всех жителей Украины могут они нам обратиться. Я якраз хочу нагадати, зараз на ваших екранах протягом нашого сьогоднішнього ефіру буде, власне, цей телефон показуватись, тож ви можете зателефонувати, і вам там нададуть професійну консультацію, нададуть лікарі, так, і ви вже більш детальніше зможете, от я звертаюся і до безпосередньо до Марії Іванівни, і до всіх глядачів, які нас зараз слухають, от, власне, телефон на ваших екранах зараз, будь ласка, телефонуйте, гаряча лінія. Лікарі зможуть вам надати консультацію, більш детальніше ви вже зможете проговорити всі нюанси, пов'язані саме з вашою хворобою. Ну, можливо, щось ще додамо. Може, ви скажете, на 5 порад, як можна стабілізувати судини для Марії Івановни? Що треба робити? Тобто, ну, змінити харчування. Ну, опять же, если мы говорим, что мы опять же говорим вот в общем. Если мы говорим вот на данном этапе, да, то есть нужно обратиться к нам, это во-первых. В-третьих, то есть у нас помимо кардио, у нас еще есть, комплексы кардиомикс, которые содержат там и женьшень, да, и там виноградные косточки, там и так далее. То есть вещества, которые способствуют стабилизации сосудов. Это первое, да. Второе, то есть в любом случае, после того, как мы стабилизируем сосуды, нам нужно их напитать питанием, да, то есть это как и вещества, так и аминокислоты. Дальше, соответственно, это минимальные нагрузки, хотя бы просто даже хождение. Это будет уже для возраста, я так понимаю, человеку, наверное, не менее 70-75 лет. Это уже будет достаточно. И постепенно, то есть вот эти вот перепады, они будут уменьшаться. То есть нам нужно, чтобы адаптационные возможности сосудов были на высоте. Потому что сейчас мы уже знаем о том, что люди, есть люди, которые в 65-70 лет только начинают заниматься спортом. Да? И в 80-90 лет они занимаются спортом. То есть говорить о том, что в 80 или в 90 лет сосудистая система не может выдерживать нагрузок небольших физических, мы об этом не можем, она выдерживает нагрузки. Вопрос в том, в каком мы состоянии. Я об этом постоянно людям говорю, что, друзья, что за крайние 5 лет жизни человек тратит на лекарства столько средств, сколько он тратит за всю свою жизнь. Так, это ошибка человечества глобальная, о которой мы должны всегда помнить, что не нужно, когда ждать, пока у вас будет гипертонический кризис, ждать, когда у вас будут признаки инсульта. Нужно в свой организм, в свои сосуды инвестировать витамины, микроэлементы тогда, когда он еще здоровая часть. Давайте послушаем, дзвіночок. Доброго ранку, мы вас слушаем. Доброго ранку. Я хочу подякувати лікарю за его знания.
І хочу запитати таке запитання, чи можна купувати його ліки для онкології, для онкологічно хворих, тому що це дуже таке питання, яке для багатьох людей важливе. Дякуємо вам. Це загальне питання, чи якесь конкретне, з конкретним якимось діагнозом ви питаєте? Онкологія. Онкологія яка? Онкологія – це карцинома. Дякуємо вам. Вот задала вам. Еще раз, питания. Касательно по онкологии, опять же, рекомендую обратиться к нам. Почему? Потому что у нас есть гели, которые на ранней стадии, то есть работает с 5 типами раковых клеток. Почему? Потому что здесь очень важно, то есть и когда мы в свое время зашли в институт онкологии, то есть где-то порядка 8-9 лет назад, то я скажу это, может сказать, пусть об этом уже узнают все. То есть нам официально сказали, что не переживайте, что все люди, которые имеют онкологию, они уже являются под присмотром самого государства, официально приватизированы. И поэтому, если ваш препарат поможет, а мы знаем, что он на ранних стадиях, он помогает, мы об этом знаем, причем он помогает и до лечения, да, и после лечения. Почему? Потому что у нас очень сильно замалчивается статистика людей, которые умерли не просто от онкологии, а от последствий химиооблучения при онкологии. То здесь очень важно сказать, что в ламинаре содержатся альгинаты. Это сильнейшие природные энтеросорбенты, которые в состоянии связывать и выводить тяжелые токсины и металлы. И у нас очень много было случаев, что мы человеку буквально за считанные дни снижали токсичность во внутренней среде организма. И за счет этого организм выздоравливал. И поэтому это большой вопрос, и мне 15, у нас обычная консультация длится 15-20 минут, опять же, при достаточности внешних данных. Если их недостаточно, человек собирает еще данные, соответственно, дальше продолжается разговор. Поэтому я телезрителям рекомендую включаться в этот диалог. То есть не означает, что вам нужно один раз позвонить и, к примеру, сказать, а необходимо вам кардиолог, необходимо. Нет, вам нужно проконсультироваться с нашим специалистом. Раз. Если будет недостаточно, еще раз проконсультируйтесь. То есть мы сотрудничаем со многими клиниками, и поэтому мы можем хотя бы человека сориентировать, да, куда ему нужно будет идти за помощью, да, и что ему нужно будет делать дальше. Это очень важно, потому что большинство людей... То есть есть не только телефонная консультация, а есть консультация, возможность и очная конечно, консультация есть... у лекаря, который работает да, с вашими да, конечно. Ликами, то есть у нас есть медцентры, поэтому люди могут обратиться там, целый перечень услуг, и даже тех услуг, которые, в принципе, нет, но не нужны пациенту, мы можем уже сразу запросить у наших партнеров, они нам предоставят, да, то есть это будут партнерские услуги, то есть это тоже выгодно нашим пациентам. Сергій Іванович, ми зараз зробимо коротеньку паузу, друзі, лишайтеся з нами, тому що після рекламної паузи ми більш детальніше ще поговоримо. У мене тоді запитання до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки поєднується, знову ж таки, вживання гелю кардіола з традиційними медичними препаратами, тому що ми розуміємо, так, якщо йдеться про, власне, гіпертонічну хворобу, там, будь-які інші захворювання, які є у людей, і вони постійно сидять на ліках, як то кажуть, чи можуть вони паралельно ще вживати кардіогель? На самом деле, к сожалению, у нас 80-90% людей, які к нам обращаются, вже приймають препарати. И поэтому, конечно, мы в одночасье их не запрещаем. То есть мы просто снижаем целевой уровень этих препаратов до 2-3 раз там, в течение месяца 2-3. То есть как бы в любом случае человек принимает, и зачастую даже если плохой препарат, мы можем его заменить на более препарат, скажем так, с низкими побочными эффектами, да, заменить этот препарат. Я противник прежде всего долгосрочного применения химических препаратов, потому что в краткосрочной перспективе они, в принципе, бывают очень часто незаменимыми. Но в долгосрочной перспективе мы должны понимать, что выздоравливает организм, и даже сейчас у нас там идет, вот, делайте прививки от гриппа там, и так далее. Вот, на самом деле, в любом случае, и это было еще со времен еще Советского Союза, человек болеет 7 дней, выдавался больничный на 7 дней. Почему именно 7 дней определенным сроком выздоровления организма? Потому что в любом случае организм в течение 7 дней, он борется. И это принимает он препараты, не принимает он препараты, все равно организм внутри борется. Иммунная система должна найти противоядие этому вирусу, который в нее попал. И ну, что мы можем сделать? Вакцинация не имеет отношения, потому что если мы вакцинуемся, то мы не хвореем на грипп. Мы можем... А вартість
цього тижня, от якщо ти тиждень не будеш ходити на роботу, а будеш хворіти, як це буде для тебе? У цьому і стає принцип вакцинації. Принцип вакцинації, да. Ну, на самом деле, качественных прививок очень мало, это во-первых. А во-вторых, как бы, дело в том, что это в любом случае снижает иммунитет. И поэтому приспособительные возможности нашего организма, то есть, они являются основой для предупреждения фактически любого заболевания. И если мы организму даем все, скажем так, компоненты для его плодотворной работы, то, соответственно, человек болеть не будет. А как же вакцинация зменшує иммунитет? На самом деле... Навпаки, робить так, щоб імунна система На самом деле, во-первых, вот вакцинация, да, на каком белке это делается? Вы знаете, что человек и большинство людей, которые были привиты в советское время, имеют аллергию на курицу. Благодаря тому, что прививки в то время делались на курином белке. А так как прививка, что она делается? В нашу внутреннюю среду организма попадает белок и антитело неизвестного происхождения, минуя ротовую полость, минуя желудочно-кишечный тракт. И, соответственно, в организме сразу возникает аварийная ситуация. То есть какое-то тело непонятное появилось в внутренней среде. Соответственно, оно облекается антителами. И в дальнейшем, когда человек начинает есть курицу, у него возникает внутренняя аллергия. Почему? Потому что организм запомнил, что для того, чтобы усвоить этот противовирус, он должен быть связан с белком. Сейчас мы уже в нашем моменте уже... Я дам вам дуже, дуже цікаву статистику. Згідно Всесвітньої організації охорони здоров'я, є такий фактор антибіотикорезистентності, тоді, коли мікроорганізми на них не впливають антибіотики. Так от, ті люди, які їдять курицю, яка вирощується з антибактеріальними препаратами, вони формують фактор антибіотикорезистентності. Так, да. Іменно поэтому сейчас діти у нас тяжело болеют. Почему? Потому что они очень много прививались. И, соответственно, теперь в организме, так как у нас организм курицы, он еще получает два гормона. То есть первый – это гормон роста, а второй – антибиотик. Почему? Потому что все не содержат клеток и в клетках, и у них период забоя – это от 40 до 45 дней. И поэтому, принимая это в еду, соответственно, мы, опять же, мы возвращаемся к нашей теме. Да? Мы возвращаем и внутренний иммунитет организма, да, нарушаем, и внутренний гомеостаз. Почему? Потому что мы вносим те вещества, которые нарушают и приспособляемость организма, да, и его устойчивость. И поэтому сейчас мы действительно говорим о том, и к нам очень тоже часто люди по этому поводу обращаются, то, что снижен иммунитет, то, что не действуют антибиотики. Почему? Потому что эти антибиотики в продуктах питания. То есть правильное харчування и курица – это разные предложения. Друзья, телефон студии 223-0971. Если у вас появляются запитання, будь ласка, телефонуйте. Сергей Иванович, ну, власне, йдеться про те, что ми говоримо правильне харчування, але знову ж таки, якість продуктів, знову ж таки, ми це вже згадували. Якщо людина не може, ну, тобто, окей, вона відмовиться від там жирної їжі, вона відмовиться від там газованих якихось солодких напоїв і все тому подібне, але все одно якість харчування залишається на рівні не дуже гарному. І гель кардіола, наскільки може, власне, зробити оцей баланс між не дуже якісним харчуванням? Абсолютно. Абсолютний баланс. Тобто, на самом деле, ми говоримо о том, що гелю кардіола добавить білка, просто добавить білка, да, у нас є гель, кстати, з білком, і чоловік може, в принципі, більше нічого не приймати. Абсолютно цих речей достатньо для життя. Тобто, во-первых, там є... А гель з білком, який білок там? Там у нас есть гороховый протеин, но это другой гель, это не связано с кардиолой, да, это специализированное питание, у нас специально это спецзаказ для спортсменов, да, и они это принимают. Там совершенно как бы другое целевое назначение. Я просто говорю сейчас о геле как о абсолютно достаточном для человека продукте питания, потому что есть эссенциальный набор микроэлементов, это 28, да, без которых невозможно, в принципе, жизнедеятельность организма, а есть неэссенциальный набор, так в геле есть и тот, и другой. То есть все эти вещества, которые нам нужны, там тот же селен, та же медь, все эти вещества, они есть. Тот же цинк, йод и так далее. То есть аминокислоты, они также есть, да, незаменимые и заменимые в том числе. И если мы говорим о том, что может сделать гель, мы, для нас это было целевым уровнем, да, при проведении исследований, при разработке, потому что сейчас мы говорим о геле кардиола, на самом деле у нас их было достаточно много, то есть мы концентрацию веществ, да, и плотность геля увеличили. Почему? Потому что обращаются к нам люди, мы понимаем, что нам необходимо там того же серы, того же магния, там, в 12-15 раз больше
нормы. Почему? Потому что человек уже болеет давно, и у него дефицит в организме сформирован на всей протяженности сосудов, да, и самой сердечной мышцы. И этот дефицит нужно решать. Кроме того, когда элементы попадают в организм, они долго не попадали, не только в сердце и в сосудах эти элементы усваиваются, и другие системы их тоже забирают. И мы должны это понимать. И поэтому гель у нас позволяет прежде всего практически, ну, минимально снивелировать вредные привычки человека, вредные пищевые привычки человека и дополнить рацион питания, особенно при целевом приеме, там 3-4 месяца, до нормы. И, соответственно, результат закрепляется там полгода, 8 месяцев, опять же, в зависимости от того, насколько изношена внутренняя система организма. А ви розкажіть, проводилось якесь дослідження? Ну, тобто до вас звертається пацієнт з певним діагнозом, так? А, можливо, певні там аналізи він показує вам для того, щоб ви могли зробити якусь певну статистику собі в подальшому? Давайте я зараз вам по органам скажу, тобто, на що ми проводили исследования. Мы исследования проводили на сосудах головного мозга. Раз. Но это исследование в Украине проводилось? И в Украине, и за рубежом. Да. Если мы говорим, то есть у нас проводились исследования в Институте питания имени Марзиева. Ага. То есть их достаточно было много. И мы говорим о том, что это головной мозг. Раз. Дальше, соответственно, мы выпускаемся на уровень желудочно-кишечного тракта, так как гель у нас является щелочным. И это гель, да, это не таблетки. То есть он не раздражает слизистую оболочку желудка. Да. Он благоприятен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Мы это, кстати, этот вопрос сегодня упустили. Их очень много к нам сейчас люди обращаются. И не все можно принимать людям, которые, соответственно, имеют эти заболевания. Гель наш можно, потому что он щелочной. Он способствует рубцеванию язв, потому что и содержит и элементы, и щелочной, да, и в виде геля. Скажем так, наиболее благоприятные. Дальше. На уровне кишечника, потому что у нас проведенные исследования тоже подтвердили эффективность, да, при и нарушениях работы ЖКТ, да, потому что здесь очень много растительных волокон, которые благоприятствуют на восстановление кишечной микрофлоры. Да. На уровне сердца также проводились исследования, да, для больных ишемической болезнью сердца, и гиперлипопротеидемией. И мы получили даже заключение о том, что этот продукт рекомендован для больных с ишемической болезнью сердца. Почему? Потому что содержит вещества, которые при достаточно длительном приеме, то есть хотя бы нужно, ну, 40-50 дней, то есть постоянно вводить его в среду организма, то есть гель он принимается по ложке, одна банка это 500 грамм, и соответственно курс мы говорим, нам необходимо 4-6 килограмм в зависимости от массы человека и от приобретенных сопутствующих заболеваний. Чи важливо зранку, ввечері, до їжі? Лучше и утром, и вечером. Для чего? Для того, чтобы было постоянное присутствие геля в кровеносной системе. То есть на основании этого... Да, два раза на день. Да, улучшается и самочувствие человека, улучшается и сон, улучшается даже состояние и кожных покровов, да, состояние волос, ногтей. То есть организм проявляет себя эффективно. Перезадування может быть? Вот, если я не два раза на день, а четыре раза на день. Наши люди так, у меня много хвороб, то я сейчас баночку подъем. Вы знаете, у нас люди в прединсультно-прединфарктном состоянии принимали банку за 5 дней. А банка це скільки? 500 грамм. То есть они принимали по 100 грамм в день. И це даже... багато по 100 грамм? Это считается много, да. Но это считается выше нормы. Но даже в этих случаях, да, у нас не было передозировки. Почему? Потому что продукт абсолютно органический. И очень часто нам даже это... Многие эндокринологи этого не понимают. Они говорят, вам нельзя йод. Я всегда людям задаю вопрос. Спрашивайте у вашего эндокринолога, какой йод нельзя? Йод, который йодируется соль, калий-йодит, калий-йодат, да? Или йод, который вы приобретаете в аптеке, или йод, который является органическим, который содержится в нашем продукте, который содержится в рыбе, в морепродуктах. Это разные йоды. На самом деле, органику, да, вот я это сравниваю очень часто, вот человек выпьет один стакан молока, и он выпьет 3 стакана молока, да, хорошего, нормального молока. То есть будет передозировка 3 стаканов? Нет. То же самое и с гелем. То есть даже если щитовидная железа получает больше йода, она просто его не усваивает. Но когда она йод получает химический, да, соответственно, он обжигает щитовидную железу. Почему? Потому что он не является для нее естественным источником йода. И, как я уже говорил в позапрошлой программе, да, то есть наши коллеги из Беларуси, они не решили вопрос йодизации конфет, йодизации тушенки, всего остального. То есть у них... проблема йода и йода-недостаточность, в особенности среди беременных, да, она только усилилась. Почему? Потому что нашему организму нужно давать только органические источники йода. А теперь я еще хочу дать рекомендации, да, нашим людям, которые, вот, как мы сегодня сказали, да, не имеют денег на питание. Мы все имеем деньги на кильку,
которая стоит 60 гривен, да, на салат кончоуса, который стоит 70-80 гривен. И я хотел бы сейчас поднять полезность этих рыб. Тобто на морепродукты. Да, ну, это, ну, можно сказать, это морепродукты, которые стоят в два раза дешевле, чем курица, которые стоят дешевле даже, чем кости. Но по своей полезности это, ну, уникальный с точки зрения полезности продукта. Морская капуста тоже. Почему? Да? Морская капуста, но если она не обработана, потому что очень много уже консервантов. Она к нам транспортируется, она хранится. Если у нас срок годности 4 месяца, целевой срок приема 3 месяца, то я, когда вижу там морскую капусту полгода и год, я понимаю, соответственно, то есть, что там сколько веществ. Во-вторых, то есть она все-таки усваивается неполноценно. Морская капуста усваивается на 13%. За счет этой оболочки, которую мы разрушили, и у нас клиническая усвояемость продукта 93-95%. За счет того, что солевой состав водоросли идентичен плазме крови человека. То есть это родственный и близкий по крови наш продукт. Сергей, так вы оце про кильку, це ви говорите про які, про консерву? Нет. То есть это рыба, да, которая просто соленая. То есть соль – это естественный консервант. И такая рыба, да, то есть она не жареная, ее можно рекомендовать там людям. Если есть рыба соленая, можно промыть несколько раз под водой, убрать лишнюю соль и принимать в питание практически всем слоям населения. И это будет хорошим подспорьем, да, для того, чтобы те же микро- и макроэлементы, да, тот же легкий к усвоению белок он поступал. Это первое. А второе, мы же должны понимать, что эта рыба, там, в отличие там, от различных рыб, красных видов рыб там, и других океанических рыб, которые выращиваются в прибрежной зоне, эта рыба, она не выращена. Это или та же сельдь. Ее можно принимать, да, там та же скумбрия, которая тоже содержит мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты. Очень часто нас спрашивают, а нужно ли принимать рыбий жир? Но если вы не едите рыбу регулярно, то нужно. Але знову ж таки, про рыбий жир там також дуже багато різноманітних гіпотез про те, що який цей рыбий жир, який, власне, в пігулках цих, що, ну, варто знайти. Да, ви розумієте, то есть, когда мы говорим о целостном продукте, да, вот, к примеру, или гель из ламинарии, или рыба, это целостный продукт, в котором сошлись и жир, и вещества, и аминокислоты. И когда человек это принимает, то есть это целостным путем у него усваивается. И это органические источники происхождения. И они в любом случае у нас, когда люди к нам обращаются, то зачастую мы им рекомендуем противоатеросклеротическую диету. Там, лицам старше 60, как правило, она уже нужна практически каждому. Да? То есть в целом, да, это снижение калорийности, а нужно больше добавлять растительной клетчатки, да, больше добавлять салатов, больше добавлять зелени. То есть продуктов, которые ощелачивают наш организм, потому что у нас в основном еще пища кислотная. Но опять же говорю, обращайтесь к нам, то есть специалист уже исходя из вашего самочувствия, да, он подберет вам более оптимальный рацион питания, который в краткосрочной перспективе, возможно, не покажет результатов. Но долгосрочная перспектива, он абсолютно показывает всегда результаты. То есть, когда у человека меняется, как я называю это, осознанное потребительское поведение, когда он понимает, для чего и что он принимает здесь и сейчас, и что будет дальше, а тем более сейчас, мы понимаем, идут новогодние праздники, и там будет и зловживание, раз, во всех и сферах. Много жирной пищи, два, и третье, нагрузка на сердце. Почему? Потому что сердце, хочешь не хочешь, а эту кровушку нужно будет перекачивать. И поэтому сейчас нужно задуматься о своем организме, да, о снижении и токсичности во внутренней среде организма, потому что сейчас мы говорим о преждевременном старении. Это мы сегодня говорим о сердце, есть еще другие системы, которые также изнашиваются быстрее. Скажите, пожалуйста, про передчасное старение. С какого века вы бы рекомендовали людям вживать кардиогет для профилактики? Ну, принаймні, людина еще не понимает, что ее судины ось на том уровне, который вы показывали, ну, когда лишь начинаются. Если человек занимается спортом, то с 18-20 лет уже можно. То есть я имею в виду, если занимается спортом, либо тяжелые физические нагрузки. Почему? Потому что организм уже находится в стрессовом состоянии. Ему уже необходимо больше веществ. Мы когда работали с спортсменами и, соответственно, порекомендовали им гель, для чего? Потому что они принимают многие и биологические добавки, и протеины, но там же еще много веществ потусторонних. И каким образом это выводится из организма спортсмена? Никаким. И поэтому мы включали в рацион геля, чтобы давать и микро- и макроэлементы, аминокислоты, и в том числе уводить те вещества, которые не до конца распались, да, в процессе переваривания, те вещества, которые оставили свой след во внутренней среде организма. Еще такой момент. Люди с цукровым диабетом кажуть про то, что от мне нужно лягти прокапаться. Взагалі, лікарі-кардіологи не очень любят взагалі цього слова. Ну, не все, принаймні. Деякі радять, а деякі кажуть про те, що це взагалі неправда. Що би ви порекомендували? Як? Ну, от дійсно, вони кажуть про те, що потрібно прочищати судини нам. Опять же, то есть
смотря чем прокапываться, раз, смотря как часто это делать, да, и смотря какая ситуация сейчас у человека. Кардиолог может быть? Мы говорим о том, что кардиолог не является панацеем, особенно при сахарном диабете, да. Что может сделать здесь кардиолог, да? Кардиолог улучшает состояние сосудов. Есть у нас и диабетическая стопа, да, есть у нас диабетическая ретинопатия. И поэтому и в том, и в другом случае мы должны говорить о том, что если в сосуды головного мозга, да, сужены, не поступает достаточное количество кислорода, микроэлементов, да, ухудшается зрение, ухудшается память, ухудшается мыслительная активность. И поэтому, конечно, здесь кардиолог будет хорошим подспорьем. Если мы говорим вам о веществах, которые нам необходимы, то мы говорим о том, что в кардиоле они есть. І ні, однозначно поможе. Дякуємо вам. Перепрошуємо, ефірний час обмежений. Я ж нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був провідний фахівець науково-виробничого об'єднання біомедичні інноваційні технології Сергій Іванович Шмельов. Будьте уважними до вашого здоров'я. І дивіться програму «Лікар знає», аби довідатися секрет щасливого довголіття.